Лера Кудрявцева сделала важное заявление о своем браке. Телеведущая и Игорь Макаров прожили вместе почти 10 лет. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Машу. Со стороны кажется, что они идеальная пара. Однако телеведущая так не считает. Лера призналась, что в их браке давно нет страсти. А семейная жизнь превратилась в союз двух близких людей. И в этом нет ничего страшного, уверена звезда экрана. Теледива считает, что любовь живет 3 года, а потом супругов заедает быт. Первые 3 года у них с Игорем все было идеально, а потом началась рутина. Телеведущая не пытается разнообразить свою интимную жизнь. По ее мнению, это бесполезно. Игорь младше Леры на 16 лет, но это его не остановило. Он сделал Кудрявцевой предложение, и они сыграли свадьбу. Лера призналась, что когда отношения только начинались, разница в возрасте ее сильно смущала.